память. Чем глубже в прошлое, тем бледнее твои огни. Будто никогда и не жили люди, будто прошли по тропинкам земным, не оставив и следа. Иногда только у костра прозвучат слова о том, вспыхнет искра белорусской легенды. Это был золотой пожар, широкий, красочный праздник жизни. Этот старик ухаживает за могилами. Он тоже служит памяти. Многое он помнит. Он сама память. К сожалению, люди умирают. Одни не оставляют после себя ничего, другие — кресты и надгробия. А третьи — нетленные творения. Творения своих рук. Это Гродненская Калужская церковь. 12-е столетие. Каменная симфония. Будто удивила сока человеческой многоцветной прелести земли. Полоцкие церкви — ровесники Калужи. Величественная София. Палачане хотели от своих строений другого, прозрачной, белой чистоты. Ефросиния, сестра покрова на Нерли, белая чистая свечечка, белые лилии на воде, как берегут тебя, и как не повезло другим, как не повезло старинной Никольской церкви в Могилеве, эта ободранная резьба, просвечивающиеся разбитые купола, под сенью твоей прятался некогда второй Лжедмитрий. Отсюда он отправился завоевывать царский престол. Камень может и отблагодарить. Люди отдыхают в Несвежском замке, былой резиденции князей Радзивиллов. Лечатся они здесь самым чудодейственным лекарством — красотою.
Каждый город живет еще и своей памятью. Часть памяти Слонима – композитор Михаил Огинский. Музыка его полонеза словно живет в крышах Слонима, в волнах канала, в цветных витражах. В руинах Ружанского замка. Память живет в миратических примитивных иконах, в глубоких и солнечных несвежских фресках, написанных, быть может, простой крестьянской рукой. Свое мировоззрение народ мог выразить только в строительстве церквей, ведь строили преимущественно их. Для вас, люди городов и сел, для вас, которым жить, для вас, которые осматривают Гродно, его замок, фарный костел. Это неотделимая часть вашей жизни, то, что создано предками. У вас, разумеется, своя жизнь. Вас ожидают дороги, то светлые, а то и такие. Помните, что поодаль от большой дороги современности, но неотрывно от нее, скачет всадник минулого. Незабываемый он живет в душе каждого из вас. Ветряки над равниной, как кресты над прошлым. Камень еще может ждать, но дерево гибнет. Этой в Миратичах 300 лет. Маленькой, как хатка, и огромная, как собор, валивка. Мастера наклоняли фронтон навстречу господствующему ветру. Скрепляли бревна только деревянными гвоздями. Понятно, мы заняты своими делами. Но зачем мы покинули память? Память минувшего. Отдали ее запустению и безлюдности.
а деревянные реликвии доживают свой век, как крылья этого старого ветряка. На протяжении всей белорусской истории враги бесчинствовали на рубежах страны. И не только крепости были крепостями. Крепостями были и церкви. В Малом Ожейкове, в других местах. Окно – бойница. Окно, чтобы поливать горячей смолой и кипятком. По кирпичику сложено человеческими руками. Сынковичи. Такое строили не от хорошей жизни. Пламя не раз лизало эти стены. Нашествие опустошало, разрушало. И оставались только кресты. Так храните же память о предках во имя того, что они отстояли нас, что мы живем свободными, потому что они были героями, потому что эту каменецкую вежу никто никогда не взял. Ни ятвяги, ни крестоносцы, ни татары. Никто. И это не потому, что вход был на высоте в 13 метров. Это потому, что твердыми были сердца защитников. Тоже башня в Варнянах. Но это памятник угнетения, а не мужества. С нее магнат наблюдал за работой подневольных. Минуло. Люди подняли наверх барану и превратили башню в величественный постамент подаистого гнездо. Но тогда молчал народ. Молчали колокола. Где-то в Свислочи учился еще никому неизвестный будущий руководитель восстания Белоруссии, народный герой Кастусь Калиновской. Ощерились бойницы. И встал народ. Встал, чтобы кровью добыть право на будущее. А расплатился лахами и виселицами. Здесь, в вильнюсских святоянских мурах, Кастусь был схвачен. Здесь был казнен и другой герой. Зигмунд Сираковский. Не раз еще приходилось белорусам бороться за свою свободу.
А эти камни состарили столетия. Средневековый замок в мире все свое умение, весь свой талант вложил народ в эти башни. Без техники, созданной руками подневольных крестьян, он выстоял все войны. Сотни осад, стрелы, ядра, пороховой дым. И подвиг безвестного белорусского Сусанина, который в 1812 году завел врагов в лесные болота и погубил их, но не вывел к замку. Все достойно сохранения. Даже косовская стилизация под средневековье. Видите? Почти целый. Отчего же не обновить его? Доживают свой век и камни новогрудок. Колыбель Адама Мицкевича. Смотрятся дубы в возлюбленное, воспетое им озеро Свитязь. Тень героической Гражины витает над этим краем. Помните, подступал бесчисленный враг. Все знали, что князь болен и не может вести против крестоносцев народ. Но князь превозмог боль, вышел с ног до головы закованной в латы, повел народ, разбил в жестокой битве рыцарей, погнал их, уничтожил и пал. И только тогда все увидели, что это не мужчина, а женщина. Гражина, жена князя. Так говорит легенда. Бессмертна народная память о прошлом. Не бывают безлюдными берега Свитязи. Люди помнят. Этот будет помнить, оставит память о себе. Будем надеяться, что хорошую память. Не так уж мало сберечь свою память.